встречаем только мы, не потому что его здесь никто не ждет. Он приготовил для своей семьи сюрприз. Почти 5 месяцев наш герой провел в зоне СВО. Сразу предупредим, ждать от него рассказов об обстановке там не стоит. Даже если был в курсе, не сказал. Не положено. И к нему он попросил обращаться Бурый. Это его позывной. Это не мое. Не ваше? Ну, как решите, мы можем сделать остановку, попросим нашего водителя. Вообще надо цветы, конечно. Когда ему пришла повестка домой, супруга была на 5-м месяце беременности. Ну да, еще супруга беременная была, да, наверняка, да. Там еще свой иной гормональный фон, расстройство. Родители, да. Им все равно, кто там, чего там. Главное, чтобы ты был дома, живой, все. Ну, конечно, убедил, что все, я пошел, не надо мне ничего рассказывать. Недавно супруга родила, в связи с чем Бурому дали отпуск по семейным обстоятельствам 12 дней. Мы тут делали паузу, когда с вами вышли, ну, буквально наперекор, я обратила внимание, вы прикрываете. Это для того, чтобы, ну, это привычка оттуда, да? Чтобы не увидели огонька. Конечно, дроны, ага. Дроны все видят. Тепловизоры. В принципе, тепловизоры, ну, большого смысла нету прикрывать, но привычка все равно осталась. Ага. Прикрывать фонари, сигареты. В принципе, вверх смотреть постоянно. Ага. Вот. Да, привычка такая. Там, где находился Бурый еще 2 суток назад, слышна практически незатихающая стрельба. Грады, артиллерия, ПВО. 10 секунд какой-то бах происходит. Это без остановки. Но это я устал ждать. Я минут 40, наверное, стоял, слушал. И это еще продолжалось и продолжалось. А так каждый час, так намного чаще. Каждые там 10 минут залп идет. Конечно, какой-нибудь либо остальное. Очень редко затишье там на час. А сутки назад он оказался в Шереметьево, где играет музыка, слышна иностранная речь, люди делают покупки в предвкушении путешествий. Ловишь на себе взгляды. Военный идет. Ощущение, как будто всем все равно. Не знаю, как на самом деле. Вам обидно от этого? Да нет, я в принципе... Все, по-моему, также жили до мобилизации. Большинство, я думаю. После мобилизации, когда уже затронуло семьи, там, тогда уже это поняли люди. Не все, опять же. У кого семьи, друзья, родственники, знакомые. Буквально граница там 500 километров, уже там стреляют дети, бабушки, там, женщины умирают. Прям направо-налево бомбят. Меня, в принципе, ничего не смутило в этих людях. Ну, на лице не написано, что они как бы это понимают. Если заезжаешь там в пригородные города, тоже Ростов, либо уже там Мариуполь, там у людей совсем другое выражение лица. Остановка возле цветочного киоска вернула и нас из этого страшного сна в мирную жизнь. Может, скидку сделаете? Надо. Да? Не давайте надо, сделаем. Деньги, вода. Щедрый Бурый в первую очередь, находясь в Москве, побежал в спецмагазин покупать оборудование для своих сослуживцев. После у родственников затеял большую стирку. Даже 3 раза помылся за сутки, потому что там это очень сложно, в принципе. Ну, на позициях мы делаем и бани, и туалет, и все подземное. Ну, все подземное. По-другому нельзя. Живем в контейнерах, подземные контейнеры, в принципе, укрепленные. В отпуске планируют навестить и коллег. Бурый по профессии электромонтер. На работу заехать, а тата сделать, что не справляются. А вы-то начальник? Нет, я маленький человек. Но важнее всего семья. Домой хочу. Жену обнять, сына. Маленькую посмотреть. Окна сюда выходят? Нет. Нет? Нет. Уж сюрприз так сюрприз. Давайте, наверное, я вашу посылку... Я не зря взял от дома. В гости к невестке помогать с внучкой приехал и отец Бурова. Привет. Тут у меня нет слов. Спит, маленькая. Сын случайно сегодня не в саду, температурит. Шок, просто шок. Даже кот преданно обнюхивает хозяина. Вот этого котенка нашел
И в Уссурийске, да? В Уссурийске, ну, да. В Уссурийске. Привез его домой, не бросил. Он был больной, он его вылечил, выходил. Срочный видеозвонок маме, которая в рабочей командировке. Поспал хоть? Да, часов 5 поспал, наверное. Да я же не спал сколько. Долго, короче, не спал. Как и многие мужчины, Боры колеблется, прежде чем взять малютку на руки. Давай, 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 папа, давай, папа. Как? Папа, да. Казалось бы, бесстрашный Бурый, а боится. О, что такое? Мама, бери. Мама, бери. Сейчас им предстоят долгие семейные разговоры. У Бурова накопились мужские дела по дому. Сын спешит поделиться спортивными достижениями в карате. И у него главная новость. У нас на карате все изменили. Там появился автомат с напитками. Наша съемочная группа не стала более смущать воссоединившуюся семью. Впереди короткий 10-дневный отпуск в окружении родных, после которого снова на передовую. Бурый уверенно дал понять, его возвращение к боевым братьям не обсуждается.